У православных начинается рождественский пост. 40 дней до праздника Рождества Христова верующие проведут в физическом и духовном воздержании. Стол во время поста должен быть скромным. Нельзя употреблять в пищу мясные и молочные продукты, яйца, животные жиры. Пост – время молитвы и добрых дел. Период, когда откладываются на потом венчание, свадьбы, разные увеселительные мероприятия. Нужно постараться очистить свою душу от всего скверного, поисповедоваться, прийти в храм, побыть почаще на божественной службе, насытиться этими глаголами вечной жизни, чтобы наша душа воспряла, чтобы наша душа оживилась, и мы действительно смогли достойно встретить Христа. Послабления допускаются для тяжелобольных и пожилых людей, детей и беременных женщин. Рождественский пост называют еще и Филипповским, так как накануне его начала 27 ноября на православном календаре отмечается День святого апостола Филиппа.